В Ярославской области 4-летнюю девочку насмерть придавило деревом. Трагедия произошла 20 ноября в лесу около деревни Каточижевки Некрасовского района. Малышка была в лесу с 55-летним дедушкой. Как следует из материалов уголовного дела, мужчина пилил деревья. Одно из них упало на ребенка, причинив телесные повреждения, от которых девочка скончалась на месте происшествия, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области. По факту гибели ребенка в отношении деда возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи уже осмотрели место происшествия. Назначены судебные экспертизы, идет выяснение всех обстоятельств произошедшего. В ходе предварительного следствия следователями будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность ребенка.